Шалом, Хавей! Сегодня мы с вами подошли к порогу праздника Хануки. Сегодня первый день Хануки, и мы зажигаем первую свечу. Но вначале давайте прочтем молитву. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам Твой завет, за зажигание этой первой свечи. Благодарим Тебя, Господь, за те чудеса, которые Ты делал в нашем народе, чтобы нашему народу не погиб. Также мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты довел нас до этого времени. Итак, мы зажигаем первую свечу, потому что сегодня первый день Хануки. Мы зажигаем шамаш. И потом уже от нее мы зажигаем первую свечу. И, конечно, поблагодарим Бога, что Всевышний дал нам дожить до этого дня. Баруха та Адонай, Элохейну Мелех Аолам, Шехияну, Векиману, Вегиану, Лазман, Газе. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который даровал нам жизнь, поддерживал ее в нас и дал нам дожить до этого дня. Аминь. Давайте с вами поговорим также о предназначении свечи. Мы должны понимать, что свеча, она состоит из воска, соответственно, из масла. Масло символизирует в себе время, то время, которое Господь нам дает. Фитиль – это наше тело, наше физическое тело. И огонь – это то, чем мы светим этому миру. Это прикосновение Господа к каждому из нас. И мы должны понимать, что если мы будем экономить свое время, будем щадить свое тело, то мы не сможем нести свет этому миру.